последний день сентября 2023 года. Мы приехали в Усть-Лабинск. Экскурсия у нас сегодня на целый день. Смотрите, какая красота тут. Идем сейчас, у нас экскурсия будет в Александровскую крепость. Красиво тут. Просто. Рядышком с Краснодаром ехали мы часа, наверное, час, наверное, точно, не больше. Очень красиво. Виды потрясающие. Да? Очень узкая дорожка, очень. Да? Мы вон на тот мост, наверное, пойдем. Смотри, какой-то он интересный. Такие виды шикарные. Вася, хоп, хоп. Давай сфотографируйте. Ой, красиво. У нас прям лето летнее. Видите, какая зона для фото шикарная. Да. Ждем нашего экскурсовода. Вон там наверху крепость. Очень тут красиво. Интересно нам тут рассказывают. Классно посещать такие места с экскурсоводом. Не просто посмотреть, еще много интересного. А вот сцену, возле которой мы стояли, это уже 15-16 год. И лавочки попозже построились. Тоже была такая... Что у нас имелось на крепости? Глубокие рвы, я еще вам сказала, там внизу. Рвы вырывали, как, вроде не широкие, но там по мере, смотря как, географически. Василий, мама Авдотья. Вообще отец Василий ему говорил, Саша, он четвертым ребенком родился, да, как он в семье военного генерала на тот момент уже. И Саша болезненный мальчик был, да, и отец Василий говорил ему, куда тебе в военное дело, помню, в канцелярию, документы. Какая тут красота. Конечно, это все реконструкция. Пушки тоже, сказали, привезли с завода Седина, но они сделаны по чертежам 18 века. Вообще очень красиво тут. Прям здорово. А если еще представить в масштабах того, что как это было в 18 веке, и оказывается, вот такая крепость была на территории всего Усть-Лабинска и еще дальше даже. В общем, здорово. Экскурсия уже. С детьми можно приезжать сюда. В общем, здорово. Дети мои сначала, ой, куда мы едем? А сейчас такие воодушевились. Нравится. Ой, я не туда пошла. В общем, здорово. И погода такая шикарная. Прям лето. Хотя 30 сентября. Для детей развлечением можно подняться по тросам, по этим. В общем, тут есть еще такое, можно сканировать гида и через наушники подключиться, и говорит, мужской голос вам расскажет все про эту крепость. Вообще здорово, конечно. Какая красота. Что? Бабушка Люда. Конечно, место для фотографий. Шикарно, просто великолепно. Давай, тебе надо? Очень красиво. Вот там дальше, получается, Лаба впадает в Кубань. Поэтому Суворов назвал это место Усть-Лабинск. Мы приехали вот на территорию возле озера Копытца, вроде бы это называют. Вот здесь будет проходить фестиваль, ежегодный фестиваль казачьей культуры. Но мы приехали
утром, сейчас сколько, 11 часов, видно, еще только-только начало, но так как мы с экскурсионной программой, с группой, то у нас нет выбора. Сейчас походим тут, посмотрим. Но я смотрела расписание событий, афишу, так скажем, этого фестиваля. Он вообще два дня проходит, суббота-воскресенье. Там что-то грандиозное. Артисты будут с Москвы. Да? Да. Эти фигуры такие классные. Шутки шутками. А мы нашли одноклассников. А, это все ваши одноклассники. Смотри, да? Вот, ну, одноклассники, ну что ты? А, петухи. Вот, не узнаешь никого, не? Знаю. Козлы. Вот, петухи. Главный, вообще главный наш бунтарь. Вот. Слушай, ну интересно так. В общем, не знаю, что мы тут будем делать 3 часа, но посмотрим. А люди были в прошлом году здесь, на этом фестивале? Говорят, было что-то потрясающее. Кошка вообще не спали. Вообще надо, наверное, после обеда сюда, скорее всего, приезжать, когда уже все готово. А сейчас только... Ой, слушай, как красиво. Из чего это оно сделано? Из всего. Абсолютно. Слушай, ну красиво. Болтики, гаечки, ключи. Угу, интересно. И тут, походу, смотри, тут везде губки. Подсветка. Вечером, наверное, тут очень здорово. Здесь такая локация есть для фотографий. Столько сена. В общем, сюда нужно приезжать не раньше 2 часов. Чтобы и на место на парковке было, и чтобы уже хоть что-то было. Лабиринт. Это лабиринт из сена. Бандерлоги, вы слышите меня? Здорово. Не, ну тут прикольное место, конечно. Раз, два, три, четыре, пять. Хотелось бы остаться, но у нас по плану выезд в другое место. Но на будущее будем знать, что можно вполне сюда приезжать. Такое интересное местечко. Раз в год точно может сюда приезжать. Что это такое? Локация классная для фотографии. Лабиринт из сена. Интересно очень. Такие у нас взаимоотношения. Ветер, правда, дует. Подожди, я еще не сфотографировала. Я видео снимаю. А мы для кого тут сидели? Для меня. Время обеда, нас привезли в центр города. Мы вот пришли, нашли такую кафешечку «Сицилия». Написано, что это сеть пиццерий. Очень тут симпатично. Цены, в принципе, вполне адекватные. Взяли. Еще пиццу взяли, еще пиццу детскую. Все, вполне можно. Следующая локация, нас привезли в дом Дон Чакова. Очень красивый. Среди обычных домов. Видите? И такой необычный дом. Красивый. С экскурсией, с чаепитием. Смотри, как тут интересно. Вообще, это музей. Кому-то не хватает, да? Ничего.
и родился и вырос наш мастер. Чтобы вы понимали, это мастер. Вот, это мастер знаменитый, который делал такие скульптуры. Нам про его жизнь рассказали. Это вот дом, который он сам красоту такую навел. Вот он очень знаменит в Усть-Лабинске. Идем. А вот я вам говорила, что мы медведя восстановили немножко, подремонтировали еще не до конца, но вот видите, уже более-менее видно. А вот она голова Святогора. Ого, какие круги, смотрите, дорога. Они все не помещают. Так, а я вот так. Пойдем. Кстати, вот здесь на голове Святогора имеется, а там его мастера. Фото давайте, давайте, чтобы побольше было. И у нас будет еще... Чай будем пить и мастер-класс. Кухню будем делать. Дополнение небольшое. Экскурсии. Мы сделали вот такую обрядовую куклу. Называется «Званка-желанка». Будем желание загадывать. У трубочка есть вот такая вот. Нужно будет написать желание и положить. И это, спрятать. Это ее. Мамина, это моя. Да. Такая мелочь, а, кстати, здорово, так было, так приятно было ее делать. Все, закончился наш сегодняшний день в Усть-Лабинске. Сейчас на автобус и домой поедем. Неплохая такая экскурсия. Получается, мы на человека заплатили за все вообще 200. Больше нигде ничего не платили. Единственное, что кушать кушали мы только за свой счет, а так больше ни за что не платили. Мне кажется, очень здорово провели день. У нас в 7:20 мы сели в автобус. И вот я думаю, в часов 8 будем уже дома. Неплохо так прям, понравилось нам. А, приезжайте. Кстати, скину вам, наверное, напишу номер телефона женщины, которая это все дело организует. Много у нее всяких разных поездок, и однодневных, и многодневных.